Всем привет! Сегодня у нас 13 июня. Начал поспевать такой сорт вишни. Встреча. Это у меня на дереве получается второе плодоношение. Первый год были сигналки, второй год было там немножко. А в этом году уже вот так она более-менее заплодоносила, что можно покушать. Сорт очень вкусный, сладкий, кислоты в нем практически нету. Это так называемый дюк, скрещенный вишня с черешней. То есть она листья вишни, все как вишня, но есть какой-то такой как бы нюанс от черешни. Сладость, мякоть такая очень-очень нежная. Ну, приятно кушать. Я вишни как бы так не фанат вишен, сильно не люблю их. Пирожки, вареники, да, компот, наливка. Супер. Ну, кушать как-то не сильно. А это мне понравилось. Я в том году так это попробовал, то супер. Размер в том году был покрупнее, ну и было меньше. В этом году размер намного меньше, но я забыл ее поливать. Она у меня во дворе растет, получается, в углу двора. И сюда вечно забываю шланг. Ну, короче, не поливалась. Но вот это вот я ее 2 дня назад полил чуть-чуть. Может быть, она крупнее была. Дождей у нас нету. Сухо. Так. Ну, вяжется от она. Во дворе ни одной вишни. Вот это одна вишня во дворе. На другом участке у меня в селе, там, где яблони, там вишни есть, растут. Тут вишен нету ни у кого. То есть она одна. То есть опыляется нормально. Опыляется нормально. Вот наверху вообще такие темные. Я бы не сказал, что у нее размер прям супер здоровый. Ну, не такой, как у обычной вишни. Покрупнее. Покрупнее. Там тоже ее куча в зарослях висит. Как бы дерево молодое. Так что такой сорт. Сейчас ее надо попробовать сважить, сорвать. Сважу ее. Покажу, какой у нее вес. Более какой вкус. Вишня очень нежная. То есть мякоть у нее очень нежная. Такая аж тает во рту. Косточка маленькая. Он сейчас с другой стороны. Какая-то она не сильно большая. Вот она. Грубо 2,5 метра у нее высота. Так, подходишь, вроде вишни нету, вовнутрь залазишь, висят вишенки, а внизу еще не совсем поспели, более вверху, тут такие черные, черные вишни. Так, сейчас будем рвать. Так, вот нарвал 6 вишенок, сейчас надо сважить их, попробовать еще кое-что на вкус в этом году. В том году мне очень она понравилась. Вот такой размер вишни получается. Вот обычная черешня. Вот черешню сорвал, так для сравнения. Размер черешни. Размер черешни. И размер вишни. Вот она. Не намного она меньше черешни. Хотя вес у нее, ну, не сильно крупный. Если сравнить вот черешня легенда Млиева, конечно, она покрупнее, но у нее вес 14, 13, 12 грамм, до 15 грамм эта черешня. Так, ну-ка сважим сейчас. Так, это черешня. Так, так, это черешня. Так, а ну-ка важим сейчас вишню, сколько у нее вес. 5 грамм. Вот грамм 7 было, 6 грамм, 7 грамм, ну, 5-7 грамм, в том году по 7 грамм, ну, крупнее было, 7-6 грамм. Так, хорошо, это встреча вишня, а это черешня сколько грамм, тоже 6 грамм, 7 грамм. Так, ну, а ну вот это что у нас? Сколько? Это 10 грамм. Хотя не до 14 грамм бывает. Так, попробуем на вкус. Какая косточка?
сладющая. Мякоть вот какая. Сочная, сочная. Очень сочная мякоть. Вообще тает во рту. Ну, вот какая косточка. Маленькая. Я даже не показываю, сколько грамм. Вообще маленькая. Меньше 1 грамма косточка. Так что такой сорт вишни встреча. Хороший. Для еды самое то. Вкусное, нежное, сладкое. Кислоты нету. Так что есть черенки этой вишни. Если что, заказывайте на летнюю окулировку, на зимнюю прививку. Так что такая вот вишенка. Хорошая. Еще интересно, чудо вишню посадил, какая она будет. Но она еще маленькая. Одну сажал, пропала. Одну сажал, пропала. Вторую посадил, вроде нормально. Ну, это годика через 2 она заплодоносит. Так, такие дела. Все, всем спасибо, всем пока.